Здравствуйте, хочу вам показать позицию S83. Это Sky комбинезоны, страна Англия. Вес мешка 21650, цена за килограмм 420 рублей. Себестоимость получается в среднем 325 рублей. Здесь как комбинезоны, так и штаны. То на штаны они более напоминают детские по размеру, по своему. Немножечко есть потертости на коленках, незначительные. Это у нас штаны комбинезон, хорошая ростовка, вот так он выглядит. Это у нас мужские большого размера горнолыжные штаны, Blue Force такие, они здесь на липучках, на молниях, размер 2XL, состояние у них отличное. Также горнолыжные штаны как комбинезоном с такими мягкими защитным эффектом для ног сделаны. Здесь как комбинезоном они идут, тоже с лямками, только без курточки. По размерному ряду это у нас получается где-то S-ка все равно, ну хорошая ростовки. Единственное, чуть вот эти запятники пошорканы, но довольно-таки хорошая вещь. Это у нас легкая курточка, она идет как для горнолыжных курортов, кто любит женское. Размер М-ка, такая яркая. Одевают в основном на флицевые толстовки сверху, чтобы было удобнее кататься. Это у нас штаны горнолыжные, женские, либо детские, тоже с лямками, небольшой размер S, с небольшой ростовочкой. Это у нас штаны тоже с лямками, немного грязные, но до транспортировки скорее всего. И чуть-чуть на коленках есть пошорканные. Это женские горнолыжные штаны, также с лямками, в отличном состоянии. Crive Sport, довольно известная фирма. Размер где-то S-ка, возможно M-ка. Это у нас штаны горнолыжные уже идут мужские, также с лямками, хорошие ростовки. Размер 48. Посмотрим вначале, наверное, штаны с вами. Это штаны также идут с лямками. Так вот, правильно будет вам их показать. Тоже с запятниками. Здесь такие мягкие подушечки сделаны. На молнии. Угу. Ну, по размеру это, возможно, S-ка. Но ростовка у них хорошая. Это плотные горнолыжные штаны из ластика такие для любителей. Размер где-то М-ка, ростовочка средняя, состояние у них отличное. Горнолыжные штаны у нас также с лямками идут. Все молнии рабочие, олив. Указана ростовка 1,58 м, 1,60 м. Это мужские горнолыжные штаны довольно большого размера, широкие, с хорошей ростовкой. Проверим молнию. Молния у нас рабочая. Размер 48-50, но ближе к 50, на взгляд. Это у нас детские штаны горнолыжные, как комбинезончиком, также с лямками штаны, вернее. 1,28 м, 1,34 м. Небольшие есть потертости, но несущественные для такой цены. Вот пошли у нас куртка горнолыжная. Сделана такая из такого материала. Размер хороший, на клепках яркая. Состояние отличное. Штаны горнолыжные женские.
если на цвет определяться. Ну, ростовка средняя, причем размер где-то СМ. Да, мужские горнолыжные штаны сделаны как более по-молодежному, а не просто XL размера. Просто на резинке. Так, пошли у нас комбинезоны уже целиковые. Комбинезоны, очень хорошая ростовка у всех. Вот такое вот состояние идеальное, такой яркий. Здесь с такой вышивкой сделан. Принт на спине. Sky там что-то такого указано. Размер 48-50. Отличный такой комбинезон. Пошли у нас комбинезоны. Это комбинезон женский, скорее всего, по расцветке. По размеру 40 элитру. Здесь сразу же штучки для карточек, для турникета, где проходить на подъемнике. Ростовка у всех хорошая, повторюсь. Также комбинезон. Молния рабочая. Внешнее состояние отличное. Винул рук. Здесь такой поясочек, чтобы защелкивался. Это тоже уже более современный такой комбинезон. Довольно стильный. Такие клепочки сделаны, как пропеллеры на нем. Хорошая ростовка. Здесь также присутствует ремень. Проверим. Молния рабочая, нет, молния рабочая. Да, он вообще идеально новый. Также напомню, что цена не окончательная. У нас завтра, 22 числа, проходит Черная пятница, где мы даем 18% скидку. Существенно и себестоимость снизится, и цена за килограмм. Вот такой же комбинезончик. Хорошие ростовочки. Ну вот это более походит на детский. 10 лет. Яркий. С таким легким капюшоном. Это у нас вот такой комбинезон в клетку. Но он без капюшона идет. Молния рабочая. Макнил, довольно известная фирма. У нас еще один комбинезон, очень большой ростовочки и в размере очень большой. Сейчас уточним, написано М-ка, но на вид это не менее L-ки, еще с хорошим ростом. Тоже комбинезон. Это размер 46. Состояние по подкладу смотрим идеальное. Это у нас комбинезон. Тоже хорошая ростовка у всех. Размер 46. Здесь такой горнолыжный какой-то у него. Как бренд Union Star Gabriel. Так, и последняя позиция, последняя вещь в данном лоте, это у нас штаны. Штаны горнолыжные, Kids Only, совершенно новые, хорошая ростовка, также с лямками. Напомню, я вам показывал позицию S83, это Sky комбинезоны Англия. Вес мешка 21650, цена за килограмм 420 рублей. Себестоимость 325 рублей.